Включить. Дубль 2, короче. Ой, там пацанов поминусовал. Угу. Сейчас они вообще прорваться даже не могут. О. Ой. Че дверь не открывает? О! О, ко мне зашли! Пацаны! Сука! О, короче, надо сваливать из этого домишка. О! Большой. О, здесь? Да. О! Здесь, говорю. Давай, давай, иди на меня, иди на меня. О, прилетело. Прилетело. Благодарю. Бегай, бегай. Бегай. Прикрой меня, я ему гранату. О. На, табуретника прописал. О, табуретника сейчас мне пропишет. Буретики. О, присел. На тебе еще. Я ему, короче, уже два удара прописал. На. Он очень злой, кстати. Так, сейчас пацанов надо потихо стрелять. Табуретника. О! Табуретника. О, табуретника. О! Табуретник. Пока развернется. Я забавал, а? Пока развернется. У меня чисто взорвал их. Хероборина какой-то там. В бочку, наверное, стрельну. Побудеть. О, лезут в окно. О, на крыше там. Все, сейчас эта дверь придет ломать. У меня тут 3D драйв. О, сзади, 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 Руся, уходи. Уходим, уходим, бочки, бочки, бочки. Сзади прикройся, бочки. Угу. Тебе табуретника уходим. Сейчас я Грэнка его. Грэнка его. Уходим, уходим. Я ему сейчас пропишу, надо уходить. Угу. О! А! Я ему тут понапрописывал чисто. Нормально. Я его тут развожу, короче, пока ты пацанов там завлекаешь.
О-о-о. Да. Ой, ему очень хреново уже. Ну, о, пацану, мне тоже сейчас ты. О. На, в табурет. Уходим, уходим, уходим. Троны на автомат есть. Возьму я потом тебе отдам. Пацанов надо потихо. На! О! Так, на еще гранатку. Гранатку. О! Вот, все, убить. Все, ну теперь надо таких бичей. Патроны, патроны надо взять. Мне так тут беру. О. Сейчас там куда-то бежать надо. Во, да. Все, как вы там держитесь? Ведь я скоро прибуду. Мне патронов тоже не так-то много осталось. А мы на карту ж можем посмотреть. Не, нам еще пока продержаться. Так, прыжок. Прыгну вниз. Патроны надо срочно искать. На автомат я сейчас эти передам. А, иди ко мне. Сейчас я вынесу эту дверь. Ага. Все, неужели прошли? Да. Сложненько было. Все, дальше я ничего не помню. Эй, я потихо помню еще. Я нет. О! Мы уже там всех, правда, сами. А, ну ворота нам расчистили. Угу. Я думал, он зомби решил поубивать. Я думал, мы там всех, в принципе, почти сами убили. Тяжко. Он там денег нам насобирал. 3 литра. Ну о, вот, глава 11. Конец главы, собственно, с третьего раза мы ее прошли. Лично, будем, ну... будем, наверное, по одной записывать главе. Угу. Вот такая вот интересно сложная игра. Это мы играем на средней, да? Насколько я помню. Да. Это средний, среднячок такой. Главное к управлению привыкнуть, и все, в принципе, не тяжело играть. Как сказать, ко всему нужно привыкнуть. Это точно. Ну что ж, с вами был Битфинт и... Исакова. Да, Исакова, запомните это имя. Увидимся на просторах Ютуба в следующей серии. Всем до свидос, покитос. Пока.